Дамы и господа, встречайте на поле флаг FIFA Living Football, а также судейскую бригаду матча и команды Токио Верде, Япония и Алания Беледе Спор Тур. Первый судья Васиф Мамедов, Россия. Second referee, второй снап of Токио Верде, Japan. Капитан команды номер первый. Очередные матчи, второй день этого замечательного турнира. Меня зовут Михаил Меломед, а вот рядом со мной великий, легенда российского пляжного футбола, двукратный чемпион мира Егор Еремеев. Здравствуй, Егор. Здравствуй, Михаил. Здравствуйте, дорогие телезрители. Первый номер в воротах. Судейскую бригаду тоже представим. Сегодня Васиф Мамедов вместе с Агу Картманом. Один, поехали! Так это Егор Еремеев, мне кажется, он мог бы усилить любую команду. И вот и гол, пожалуйста, сенсационный, Михаил, да? Вот мы как-то так увидели в начале, что Япон... 11 номер. А, в итоге Муради. Это Муради забил. Муради, да, даже не смотрел на ворота, так из-под азу пробил, но попал практически в верхнюю девятку, чуть ниже. 1-0. Очень все продумано, все интересно. А вот у Юсселя момент и гол! Вот это что творится, что творится? Ты немножко неуверенно сыграл голкипер, как мне показалось. Да. Был дальний удар. Отбил перед собой. И Азу, наверное, не ожидал этого, да. Сейчас он успокаивает скамейку. А Юсселя забивает второй гол, а не спора. Ну, мяч так вильнул, конечно, и претензии к Катарину можно предъявить, да, они так замерли вместе с Озу. Смотрим, вот они стоят там только после какого-то... Да, вчера Шортон сделал хэт-трик. Вот момент, и Озу Морейра команду свою ведет вперед, подсокращает разницу. И данные. Он уходит на шаги, и посмотрите, насколько убегает сразу от Юсселя, который параллельно просто бежит, и от Барыша. Они, ну, ничего против... не могут противопоставить вообще. Ну и плюс небольшой рекорд. Расстроился сейчас, что не сделал ради него передачи, тем более потери. Вот здесь нужно... Какие вопросы, Станкович? Дайте ему такой штрафной, он сделает результат. Это фантастика. Сейчас на повторе мы все это увидим, но вот сколько угодно можно говорить там, что у кого-то... Ну, как рукой туда ее просто. Вот какой-то там у кого-то лишний вес, да пожалуйста, может, со штрафной вот так. Уверенно, да, забил, и 3-2. Активности впереди от Маурисиньо. Вот Катаринов здорово выбегает. Передача Маурисиньо. И Хосейни великолепен. Спасает команду. Вот здесь передача, конечно, классная. Роскошная, да. На той ноге стоит. Ну, в пикантное место попали Хосейни. Ну, конечно, если... Озу, великолепный пас. Маурисиньо. Перекладина. Очень хороший шанс был сейчас. Маурисиньо, смотрим. Ну, здорово расчертили, конечно. Передача Морейры, удар Маурисиньо. Да, третий тайм. Удар, и опять Хосейни. Ну, сколько сегодня спасает, а? Причем вот сейчас уже серьезная задача. Да, прям. Морейра, Черпака, здорово дает Катарину! 3-3. Вот это красотища. Очень здорово. Пришлось еще и, поправь меня, так немножко корпус, что ли, перелану подстроиться под мяч, потому что не совсем было Черпак удобно. Был низкий такой, да, Катарина высокий. И вот он немножко так подсел под мяч, боковые ножницы, но исполнил здорово. Сработала бразильская связка. Ошибка Барыша и Бренда, они как в детском футболе вдвоем. Передача Маурисиньо, удар по воротам на технику, и это спасение. Хосейни на линии. Себе даже сначала показал Данкович. Готовит туда через себя, очень долго готовит, все ждут, скидывает на Брендо. Удар, гол! Брендо, Станкович, все ждали удара через себя, тут ассистирует. Похоже, Брендо одинаково здорово бьет и справа, и с левой. Ну, он так... Не получилось сделать бисеклет у Станковича, он... Да, он готовил ее, и потом увидел, как это вышло Брендо, и великолепно отдал пас. И так не так часто появляется. Вот это спасение вообще великолепно. На линии. Брендо здорово выигрывает момент. Станкович поднимает, будет через себя пробовать бить. Будет пробовать. Бьет, попадает в руку, по-моему, Озу Морейра. Момент интересный. Добивание. Гол! Надо пробовать. И Хосейни потрясающе опять спасает. Это еще не сейчас сам.
бьет поворотом. Отличное добивание. Добивание было. Сэм Кискин не повезло как. Выигрывает вверх Есин. Брэндо Кискин уже бежит за счет и уже головой. Мотает руками. Пытается поднять мяч. Бьет. Гол! Вот, пожалуйста. Вот и... к тому, чтобы набрать. Какая передача. Котарино подсокращает разницу. 53 секунды, 52, да? Момент, что будет передача на Кискина. Момент какой! И у Котарино не повезло. Чуть-чуть совсем не хватает, чтобы мяч нырнул. Да, шанс. Вот это, наверное, последний шанс в Токио. С первыми набранными очками поздравляем Аланью Спор. Поражение 4-6 Токио Верди. А мы дальше отправляемся в это увлекательное путешествие. Прага Гроскопер очень скоро. Никуда не уходите.